Итак, привет всем! Снова с вами я, Елена. Пришла очередная посылочка мне с eBay. Как всегда, я ее распакую вместе с вами. Сейчас посмотрим, что же у нас здесь. Ну, вот она в таком вот пакетике, можно так сказать. Ой, сейчас будем смотреть. Да. Заклеено. Еще попробую отклеить. Будем пробовать. Так. Ну, осталось совсем немножко, чтобы посмотреть, что же там. Так как у меня посылок много там, поэтому, честно говоря, даже могу только догадываться, что здесь находится. Ну что, о! Значит, у нас такие формочки силиконовые. Можно под лед. Сейчас мы их достанем. Можно какие-то там делать конфетки. Сейчас снимем пакетик, посмотрим. Ну вот, видите, какие-то уточки, зайчики. Вот, выглядит так. Ну, в принципе, достаточно неплохая. Так, тут мы смотрим. Видите, написано максимальная. Плюс 260 градусов. Минимальная минус 60 градусов. Ну, написано, что не резать. Ну, этих два знака, честно говоря, я не знаю, что они обозначают. Ну, в общем, вот такие вот зайчики, уточки. Ну, для деток, деткам, если делать, будет очень приятно. Ну, вот и все. Купила покупку я эту за 2 доллара. Так что я считаю, что очень даже, в принципе, дешево. Ну, как попробую что-нибудь сделать, тогда вам потом расскажу, как они... Что, ну, качество, хочу сказать, так, в принципе, плотное такой силикончик. Думаю, что должны быть хорошие. Ну, все. Всем пока. С вами была я, Елена.